Так, снова всем привет. Сегодня у нас коротенькое видео такое будет о замене ручки курильщика на балкон или на лоджии. Когда вы выходите на балкон или на лоджию, вы вот дверку, ну, в основном, бывают и двойные ручки, конечно, когда вы закрываете, но в основном это защелочка, и вы ручечку тянете и прихлопываете дверку, чтобы сквозняком не открывалось. Вот. Раньше в основном они были пластиковыми, сейчас тоже иногда ставят, но в основном сейчас уже они алюминиевые. Вот. Поэтому мы сегодня будем пластиковую ручку менять на алюминиевую. Это очень просто, ничего здесь сложного нету. Ручку эту можно купить, ну, во-первых, там, где продают окна, в больших супермаркетах строительных они есть. В общем, смотрите, будет интересно. Поехали. Итак, смотрите, у нас вот такая вот дверка. Здесь стоит стандартная ручка пластиковая, вот, и по краю она, как вы видите, сломана. Для того, чтобы ее снять, нужно аккуратненько поддеть вот эту накладочку, планочку пластиковую. Вот, под ней находятся шурупы. Вот, аккуратненько ее поддеваем, снимаем и откручиваем вот эти шурупчики. Сначала я прикрутил ручку, здесь есть маленький нюансик, сейчас вам покажу. Вот видите, вот эти вот отверстия, они не совпадают, поэтому мы прикручиваем сначала на верхний и потом нижний, чтобы перекрыть отверстие, которое осталось от старой ручки. Вот. Такая вот ручка у нас была, вот пластиковая. Вот. Теперь у нас стоит вот такая вот алюминиевая. Они могут быть разные по, ну, по форме, но в принципе они все вот такого плана прикручиваются. То есть немножко разные бывают. В общем, вот такая вот ручка. Вот, они немножко могут формы, конечно, отличаться, но у нас вот такие. Я видел, немножко другие бывают. Вот. Так что можно легко поменять, и эта ручка алюминиевая, она будет вечная. То есть она уже никогда не пересохнет. Будете вы всегда открывать, закрывать свою дверку очень просто. И меняется очень просто. Так что что, кому что непонятно, внизу пишем комментарии, ставим лайки обязательно, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Всем пока.